Личную вещь погибшего солдата передали родственникам спустя почти 80 лет. Московские поисковики нашли крышку от походного котелка Андрея Николаевича Бутанаева, который ушел на войну из села Малая Сея и назад не вернулся. В октябре 41-го 19-летний парень из Таштыбского района участвовал в ожесточенных боях в Смоленской области. При прорыве Вяземского котла вся дивизия в составе 19-й армии Западного фронта, где служил Андрей Бутанаев, была разгромлена. Середина октября боец из Хакасии считался пропавшим без вести. Факт смерти подтвердили только спустя 79 лет. Поисковики нашли крышку походного котелка, на которой было нацарапано имя и фамилия призывника из Малой Сеи. Бесценную находку передали родственникам красноармейца. К слову, в семье Бутанаевых на фронт уходили 4 брата, вернулись 2. На войне, так же как и Андрей Николаевич, без вести пропал брат Акакий Николаевич Бутанаев. Нашелся один дядька. И когда привезли в Таштыб, у меня вообще душа полная, ну, аж на слезы потекли. Привезу домой, там родственники, соседи пусть посмотрят. Ну, там люди, что действительно воевал он. А потом музей сдам в центральном, от Таштыбского района. Они не зря воевали за нас, чтобы, ну, мы жили в мире, в достатке.